НТВ приглашает приднестровцев на музыкальный конкурс «Ты супер 60+». Кастинг пройдет удаленно, а вот сам конкурс в Москве. Уже есть претенденты. Как стать участником, подскажем. Песней по жизни. Галина Чайка пела всегда. Сначала в школьном самодеятельном коллективе, потом в вокальном ансамбле завода БОРЗ. И вот уже 30 лет в хоре «Ветеран». 8 лет назад побывала на поле чудес, привезла много призов. Сейчас у нее новая мечта – поучаствовать в конкурсе «Ты супер 60+». Да, конечно, почему нет? Почему нет? Просто, конечно, тем более, что музыка есть. Просто нужно заранее подготовить, сделать или минусовку, чтобы сопровождение было какое-то более такое веселое. А песен у меня, ой, сколько. Я вон как посмотрела песенки, 150 песен. И очень много песен. Можно и про маму. Можно, мне нравится очень Толкунова, я ж деревенская. Что-то, конечно, подарить я России. Очень много есть песен. И, ну, много и частушки знаю, много очень. «Ты супер 60+» – программа канала НТВ. Кастинг пройдет удаленно, а сам конкурс – в Москве. В Приднестровье тоже подбирают кандидатов. Поучаствовать в вокальном состязании мечтают и солисты певческого коллектива «Червона Калина». Если хорошо позаниматься, то, возможно, да, мы покажем хороший уровень. Не только украинские. Единственное, что нужно просмотреть по регламенту самого проекта, с какими песнями все же можно участвовать. Здесь нужно уже выбрать, что больше подходит под конкретного человека, под конкретный диапазон голоса, которым человек обладает. Так? Вот. Ну и, конечно же, под стиль. Насколько это будет интересный человек. Чтобы принять участие в отборе, нужно заполнить анкету на сайте проекта и приложить к нему видео своих песен. Заявки принимают до 20 февраля. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.